Среди грядок и клумб на даче обязательно должно быть место для отдыха. Бен разбирался, как правильно обустроить хороший газон. Для начала тщательно подготовьте участок. Если он заболоченный, то есть смысл сделать дренаж, чтобы исключить лишнюю влагу. Снимите слой грунта и сделайте подсыпку из песка или, например, битого кирпича. Если земля у вас сухая, то дренаж не потребуется. Нужно просто тщательно скосить всю траву, рекультивировать участок и убрать все корни от растений и древесные останки. Иначе на вашем газоне вырастут грибы или другие некрасивые сорняки. Далее почву нужно крепко уплотнить, так чтобы при ходьбе не оставалось следов. Затем 3-4 недели следить за тем, чтобы не вылезли лишние сорняки. Если заметили таковые, то сразу их удаляйте. Внимательно выбирайте смесь для трав для засеивания участка. Для нашего региона лучше всего подойдет смятлик луговым и овсяницей полевой. За газоном обязательно нужно старательно ухаживать. Регулярная стрижка лужайки должна стать такой же привычной, как чистка зубов по утрам. Газон нужно поливать, подкармливать удобрениями, реставрировать, аккуратно выкорчевывать сорняки. Но помните, даже при правильном уходе ваш газон превратится в мягкий зеленый ковер через 2-3 года. При этом лужайка в 2 сотки обеспечит кислородом семью из 4 человек. Справились со всеми трудностями? Теперь можно поставить кресло, столик и спокойно наслаждаться дачным отдыхом.